Степан Петрович, можно? Степан Петрович, как вы посмотрите на то, если я вас на собрании немного покритикую? А что это тебе, друг, в голову взбрело, Горохов? Мне это нужно для авторитета. Для какого авторитета? У тебя же и так есть прочная репутация, лодыря болтуна. Понимаете, Степан Петрович, если я вас покритикую, то мне, как смелому, решительному человеку, вполне могут поручить руководство отделом. Да? И кто же его тебе поручит? Вы. Я? Ну тогда давай, давай, Горохов, критикуй, сколько влезет. Надо с вами текст мне согласовать обязательно. А то я такого наговорил. Да что такого-то, что? Допустим, коснусь недостатков нашего учреждения. А вот это правильно, Горохов, критикуй. Потому как ты и есть главный его недостаток. Сачокал об отряс. Не хотите про учреждение? Скажу о вас лично. О вашей интимной жизни, так сказать. Если вы, конечно, не возражаете. Человек-то, я вижу, умный, хваткой, где-то даже смелый. Слушай, а что, если тебя сделать начальником отдела, а? Ну, тогда я обязательно выступлю на собрании. Пусть о вас узнают правду. О вашем смелом подборе кадров.